Привет, друзья! Продолжаем прогулку по Риге. Это один из кварталов, называется Конвента Света. Здесь Конвента Света. Это, наверное, все могут найти в путеводителе, есть об этом квартальчике стареньком. Можно найти вход вот от церкви Святого Петра, видно. Как раз шпиль, вот отсюда вход. И вот такой он квартальчик. Okay, this is the old quarter. Рига. Old town. You probably will find it in all tourist guides about this place. It's very old quarter. Погодка сегодня такая. Вроде тепло, но солнышка нет. С утра было солнышко, а потом исчезло. Был небольшой дождик. Надеюсь, больше не будет сегодня дождика. Такие старые домики. Смотреть поближе. Just one of the old houses. Just wanna come a bit closer. You can see. Okay, continue walking next. Дальше идем по узеньким улочкам. Это все тот же дом. Видно такие старинные ворота, кошки. Ну, понятно, что вот это, если что-то нужно было туда доставить, должны были, наверное, быть крючки наверху. Идем дальше. Walking, continue walking. Эй, привет! Наверное, не поздоровалась. Продолжаю я гулять по Риге, знакомиться с достопримечательностями. Вот зашла в квартал. Он известен как один из старых квартальчиков здесь, старый город в Риге. Пришла посмотреть на эти домики здесь. Хорошо отреставрированы, покрашены. Красиво. Так, я не знаю, там, наверное, уже дальше проход все закончился. Я так думаю, что да, наверное, все. Можно разворачиваться и идти обратно. Здесь видно немноголюдно. Не очень много людей. Some translation now in English. Just walking around the old quarter. They're really nicely restored here, painted.
Это, наверное, выход тоже, я думаю. Going out, next, exit. Okay, finished looking around the quarter and back to the rest of the old town. Как обычно, очень трудно решить, в какую сторону пойти. Прямо, налево или направо. I can't decide which way to go. Left, right or straight. Okay. Let's just go straight. Решила я идти прямо. Посмотрим, что у нас там. Куда нас выведет прямая.